Финча. А вы сами какого вероисповедания? Как еще раз? Сами какого вероисповедания? Ислам. Ага. А вот не слышали ничего вообще? Нет. В семье тоже не говорили? Нет. Смутное представление. Ну вот наверняка в семье слышали, от старших слышали основные столпы. Не готов ответить. Есть 5 столпов ислама, это самые главные шахады. Вера в существование единого Бога, Аллаха, сопоставляемые товарищи. Это обязательно, потом идет намаз, рамадан, закят, хадж, 5 столпов ислама. То есть имеете в виду пост в месяц рамадан? Да, обязательно. Для мусульман это обязательно, что он должен выполнять в месяц рамадан. Это ради Аллаха. Я намаз не делаю, но так поддерживаю. Ну, сами наверняка из мусульманской семьи. Да, да. Что слышали от старших, что знаете вообще? Маску надену. Именно что интересует меня? Ну вот шахада в первую очередь, да, вера в Аллаха единственного. Потом идет пост месяц Рамазан. Намаз, пост месяц Рамазан. Ну, поддерживаемся, так-то намаз не делаю, а так знаю, намаз не делаем, а так знаем. Ну, планируете когда-нибудь начать? Аллаха шуру, планируем, конечно, когда-нибудь, когда время придет, будем делать. Ну, стало признано, что шахада, это то, что свидетельство в то, что нет Бога, кроме Аллаха, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его посланник. Второе, это намаз, это совершение намаза. Поклонение 5 намазов в день. Третий это у нас пост. Это пост месяц Рамадан, обязательный пост. Также есть и желательные посты и так далее. Третий у нас закят. Это то, что мусульманин дает в пользу бедных, как садака. Это раз в год, обычно часто в месяц Рамадан дается. И хадж. Это если у тебя есть возможность по финансовому мусульманину, то есть если есть возможность, он может поехать совершить паломничество святые земли в Мекке и Медине. По порядку не скажу. Я не знаю, какой порядок. Первое это ля илляха илляллах. То есть ты свидетельствуешь, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, раб его и посланник. Второе это намаз пятидневный, как мы знаем. Третье это хадж. Если у тебя возможность есть, полететь в Мекку, совершить хадж, это очень хорошо. Четвертое – это пост, Рамадан, то, что все мусульмане постятся месяц, ну, знаете, да? Пятое – это закят, когда беднякам определенную сумму даешь от своего заработка. Ну, если бы я знал все, я бы был бы эфенди. А так самое главное, что я знаю, что Бог единый, вера в Аллаха, все это вот основное, что я знаю. И мне достаточно. Основы знаем. 5 столпов ислама. Можно перечислить, естественно? 5-дневные намазы, хаджи, ураза. Самый главный какой? Намаз. Единый Аллах. Единобожие, вера в Аллаха, в послание Мухаммада, алейхиссалам, что он посланник. Самое главное. Много не знаю, но знаю, когда родился пророк Мухаммед. Это я знаю. Ну, ориентировочно, конечно. Когда умер, тоже знаю. Какие бывают суры, какие адаты, тоже немного знаком. Все. Что вы знаете о столпах ислама? Ничего. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.